НАО по ошибке поставили НЕОД. По вине чиновника из Минстроя Российской Федерации Ненецкий округ вошел в число аутсайдеров по подготовке к зиме, при том, что фактически объем завезенного топлива в регионе уже составляет 65%, сообщает пресс-служба администрации округа. 24 июля министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на селекторном совещании жестко раскритиковал регионы, в которых, согласно отчетности, нулевой запас топлива. В НАО, где опережающий завоз горючего на следующий сезон начинается уже в мае, как только реки освобождаются ото льда, слова министра вызвали недоумение. Оказалось, что вместо реальных цифр один из сотрудников Минстроя по ошибке поставил округу нули. При этом, по данным на утро 24 июля, общий объем поставки всех видов топлива в регион составил 65%. Ситуацию прокомментировал губернатор округа Игорь Кошин. Люди, отвечающие за опережающий завоз топлива в регион, уже с середины мая находятся на низком старте, комментирует ситуацию губернатор НАО Игорь Кошин. Завоз производится в интенсивном режиме. Расслабиться не дают ни короткое северное лето, ни низкий уровень воды в наших реках. В климатических условиях севера что может быть важнее, чем подготовить сани летом? На сегодняшний день, по сводкам регионального департамента строительства и ЖКХ, поставки дров, угля и дизельного топлива идут в полном соответствии с графиком. Всеми видами топлива в полном объеме уже обеспечены 12 населенных пунктов округа. План по доставке дизельного топлива выполнен на 75,6%, масел и смазок на 66,7%, угля на 67,9%, дров на 52,4%. Кампания по северному завозу в округе должна быть завершена до 1 сентября этого года.